Сколько вам было лет, когда вы ушли на фронт? Я служил в армии уже в 44-м году. В 44-м я весь наш полк перебазировался на фронт. Где воевали? В фронте? Да. Первый украинский фронт. Первый украинский фронт. В 44-м году от Фастов город есть так, небольшой город. Раз первый, да, побомбили. А что для вас было самое запоминающееся на войне? Я работал на связистом, давал связь Жукову. Mm-hmm. Вот самое интересное было. Он приехал. Жуков в своем салонном вагоне приехал на Силезский вокзал Берлина. Меня позвали дать связь ему. Дал я ему связь. Он так был, как мы с вами. Он поблагодарил, за руку пожал.